ВКонтакте с президентом. Владимир Путин оценил разработку самарских IT-специалистов. В эти дни тысячи молодых ученых и студентов, занимающиеся высокими технологиями, принимают участие в форуме под названием «Территория смыслов» во Владимирской области. Один из проектов, который как раз и представили самарцы – «Вечная флешка» или «Виртуальный сейф», что не на шутку заинтересовало главу государства. Хотя без шуток и не обошлось. Репортаж Ольги Федоровой. Бесконечная флешка или по-другому флеш-сейф. Алексей Чуркин изобрел носитель, который позволяет хранить неограниченное количество файлов всю жизнь. Накопитель шифрует информацию и помещает ее в бесконечное облачное хранилище. Человек вставляет флешку в компьютер, она определяется как сетевой диск, и он может закачивать в нее файлы в неограниченном количестве. Файлы хранятся в облаке, а ключом аппаратной авторизации является флеш-устройство, то есть не нужно вводить логин и пароль. По сути, это объединение реальных и виртуальных технологий. Алексей Чуркин намерен выйти со своим изобретением на мировой рынок, причем уже этой осенью. Корреспондентам «Самарских вестей» он рассказал об этом перед отъездом на форум, где доложил о своих планах уже на самом высшем уровне. Сначала министру связи, а потом и президенту страны. Молодому ученому может понадобиться доступ к оборудованию для хранения файлов, которым владеют крупные российские компании. Вы же с министром ВКонтакте, да? Нет. С министром связи. В смысле ВКонтакте? Но он сказал написать ему ВКонтакте, мне сказал. Был у нас в гостях. Да. Он приходил сюда просто, мы здесь с ним общались. Ну понятно, я имел не в сеть контакта, а вы с ним в прямом контакте. Ну прямого нет, только через ВКонтакте, но я очень недавно... Пойми его, что он говорит, не понятно. Нет, я имею в виду то, что я его в друзья еще не добавил, а здесь он... А телефона у меня его нету. Ну ладно, дайте мне вот то, что вам нужно... то, что вам нужно будет. Это мне не нужно как раз. То, что вам нужно будет. Хорошо, ладно? Я как вам передам? Пишите ВКонтакте, да? С такой поддержкой, уверены молодые самарские ученые, путь их разработки к покорению реального и виртуального пространства планеты станет гораздо короче. Ольга Федорова, Александр Серов, «Вести», Самара.